Здравствуйте, дорогие участники фестиваля конкурса Golden Time. Рада приветствовать вас всех, поздравить победителей и пожелать успехов всем участникам. Итак, коротко о нашем конкурсе. Юная категория, академический вокал, 8-10 лет. Садова Мария, изумительные видео, милые, симпатичные, с иронией, с юмором. Спасибо большое. Вторая категория, 11-14 лет, Бойко Елизавета, Ольга Коваленко. Отдельно хочу поблагодарить руководителя одной из украинских школ, которая прислала довольно много своих участников, и мне понравились многие. И большое спасибо вам за работу, за проделанную работу, техническую, музыкальную. Дети очень хорошо подготовлены. Спасибо еще раз большое всем руководителям и учителям, и концертмейстерам. Следующая категория, 15-19 лет. Здесь могу выделить Александра Чайковская, Микола Поплавский и Виктория Кобучева. Виктория абсолютно выходит за рамки этой категории, и я надеюсь на ее большое, очень большое будущее, но с маленькой оговоркой: руки и верхние ноты, которые должны быть идеальны. Раз претендуем на такую арию, то там должно быть все идеально, абсолютно идеально. Эту арию знают все, поэтому я, несмотря ни на что, не дала максимума, потому что у вас есть еще очень большой запас. Но я верю в вас, и я уверена, что скоро мы услышим ваше имя не только на конкурсах. Следующая категория — джаз. Ваева Алиса, 11-14 лет, и Виталюк Алена. Молодцы, очень хорошие, достойные. Были несколько песен, которые прямо, ну, были исполнены с профессиональной, красивой, такой сочной подготовкой технической и уверенностью в себе. Over 20. Мардир Хартек и Вера Гайдукова. Тоже профессионалы своего дела. Спасибо большое. Я поздравляю всех участников с наступающим Новым годом, Рождеством. Желаю всем больших успехов, здоровья и достижения новых целей. Надеюсь, год будет более благосклонным к творческим профессиям и будет больше возможностей работать, выступать и радовать творчеством ваших поклонников. Спасибо большое. С наступающим Новым годом!